Ходили-ходили там, ничего. Зашел в лесок, а тут такая, такая малышка лежит. Чистенькая, идеальненькая. Дай-ка я тебя потру, детка. Я-я. О, малышка. Вот это я понимаю. О, 2 копейки. Год пока что не просматривается. О. Усатик что-то там роет. Моя прелесть. Находимся мы от населенного пункта примерно 5 километров. И самая удивительная находка сегодняшнего дня. Выкопал. Пачка целых презервативов. Не вскрытых. Кто же здесь мог ебаться, а? Странно. В общем, печалька. По дороге мы нашли всего лишь 2 монетки. И усатик меня опять затащил на средневековье. Не очень люблю, копать приходится глубоко. Но... моя прелесть. Колечко. О, детка. Ну, там все, стрелы выкапывает. Я думаю, да нахер мне твои стрелы нужны? Колечко. Моя прелесть. Ау. Картаус, рыжий ус, стрел роет. А у меня 2-е колечко. Но поломанное и скрученное. Жаль. Зачем вы так поступили? Ребята. Испортили обручальное колечко. Кто-то, видимо, расстроился. Невеста средневековая. Может, что не дала. Или не так дала. Не знаю, в общем. Эх. Вот с такой вот глубины. Вот такая вот средневековая штучка, украшалочка чего-то там. Я ее отмыл уже. Вот. Ну, пока что на этом все. Попался браслетик. Вот такой вот маленький браслетик. Видимо, это была, ну, как минимум, девочка. Если сравнить с моей ладошкой, то ручка была очень маленькая. Скорее всего, детский браслетик. Вот такой вот. Сегодня бабский день. Одни кольца и украшения. Боевой топорик. Но жаль, не целый. Усатик копает. А у меня бронзовая накладочка. И, как мне кажется, тут цветочки. Опять бабская. Сегодня не 8 марта. В общем, похоже, здесь целый ансамбль лежит украшений. Вот так вот. Все, очередная средневековая хреновина. Вот что мне не нравится в этом во всем, что непонятно, что это такое, зачем оно было. Вроде как бусина, вроде как не бусина. Хрен ее не знает. Это средневековье. Усатый конкурент ходит. Моя прелесть. Моя прелесть. Копеечка. О, малышка.
Так, усатый, иди, иди, иди. Ходит он тут, машет. А, моя прелесть, а. Малышка. Фу. Вот такой здесь пейзаж. Усатый подбирается.